В женской суперлиге по баскетболу стартовал сезон, и новосибирские «Динамовки» первый поединок проводили на своей площадке. Соперник в первом туре «Динамовкам» достался непростой. Надежда из Оренбурга в последние годы является одним из лидеров отечественного женского баскетбола. Но сибирячки усилиями двух американок, которых приобрели совсем недавно, составили настоящую конкуренцию гостям с Урала. После первых четвертей «Динамо ГУВД» лидировала в счете 34-31. Но вот во второй половине игры что-то пошло не так. Игроки «Надежды» стали точнее при бросках, да и чаще опережали наших на подборе. В итоге 61-66 гости вырвали непростую победу в Новосибирске. Новосибирск очень здорово сыграл. Первые три четверти, особенно в нападении. Вот. То, что мы сделали много потерь, поэтому такой счет. А так, в общем-то, Новосибирск хорошая команда. Я надеюсь, что она зацепит и для нас кое-какие игры.